Рекордную партию героина арестовали на юге Азербайджана. Таможенники обнаружили свыше 900 килограммов наркотиков. Нелегальный груз спрятали в одной из фур между ящиками с гранатами и киви. Фрукты везли из Ирана на Украину. Это уже вторая за неделю крупная партия наркотиков. Ранее таможенники изъяли больше 300 килограммов героина. Он также следовал на Украину.